Так, хотел это сказать, что нашел на острове Врангеля. Смотрел великую стену, которую от нас спрятали, но нашел совсем другое. Есть ширина ее, этой стены, 5 километров, 121 метр. Вот каналы нашел. Одно. И вторую. Вот. Но это не все. Сейчас мы повернем. Так, вот самое интересное, конечно, здесь. Вот. Видно внутреннее устройство. С ядра идет какой-то штырь. Вот он. Центр ядра. Сейчас вот так вот поверну. Вот. Из центра поднимает какой-то штырь. Здесь вот еще два объекта. Летят вверх, поднимают. Но самое интересное, они поднимаются кверху. Вот в это место. Вот. Этот штырь вверх поднимается. Сейчас покажу. Вот. Вот отсюда поднимается, упирается там в механизм, который двигает толкатели. Я чуть попозже вам покажу. Вот этот участок я сфотографировал, но четко не получилось, но видно там кое-что, что там располагается. Вот, сейчас все с другой посмотрим. То есть они тут стену-то удалили, вот, и нам оставили лазейки. Вот тут еще одна. Тоже этот штырь, видать. Вот он. Он идет из центра Земли. Тут как вилка. То есть она вставляется там в отверстие и поворачивает. Вот так вот делаю, сразу раз изображение пропадает. Чуть-чуть выше поднимаюсь, видно. Вот.
Вот этот участок я сфотографировал. Отдельно покажу. Вот если я ближе подвожу, все раз сразу попадает. Вот если я ближе подвожу, все раз сразу попадает. То есть вот этот штырь он вставляет вот здесь вот в отверстие и там поворачивает. Так, а теперь покажу, куда это все вставляет. Вот, идет вот сюда, вот все. Это географический Северный полюс. Вот, и здесь вот расположен механизм управления нашей планетой.